Начать никогда не поздно. В этом уверены педагоги первой школы. Уже второй раз здесь проводят ярмарку дополнительного образования. Каждый, вне зависимости от своего возраста, может подобрать для себя подходящее направление. Естественно, у нас есть практически все представлены направления. Это и познавательное направление в виде иностранных языков, истории. Это спортивное направление. Это художественно-эстетическое направление, танцы, дизайн, кинетический песок и много-много всего интересного, что даже сегодня, может быть, нам не удалось показать в полном объеме. Кружки по интересам пользуются популярностью. С удовольствием участвуют в них не только школьники и их родители, но и жители всего микрорайона. Это, говорят организаторы, помогает людям отвлечься от бытовых дел и провести время с пользой для души. Нина Липанова, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.